Политика, скандалы, свежие новости. Вначале о главном. В адрес президента Украины Владимира Зеленского поступают поздравления лидеров иностранных государств, включая президента США и Франции, а также королеву Великобритании Елизавету II по случаю 28-й годовщины независимости украинского государства. Так говорится в обнародованном 23 августа вечером на сайте президента сообщении. Президент США Дональд Трамп отметил, что поддержка со стороны Соединенных Штатов суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках международного признания границ неизменна. В течение следующего года Соединенные Штаты Америки будут работать в партнерстве с властью и народом Украины ради продвижения реформ, которые очень важны для успеха Украины, включая реформы в области Верховного Совета, права и борьбы с коррупцией, укрепление демократических институтов и содействие экономическому росту. Украинская нация должна воплотить свой огромный потенциал, и Соединенные Штаты гордятся тем, что являются партнером и поддержкой. Украина на этом пути изменений, отметил в своем приветствии Трамп. Также поздравления с Днем независимости Украины поступили от королевы Великобритании Елизаветы II. С большой радостью посылаю вашему превосходительству свои поздравления по случаю вашего национального праздника. Вместе с наилучшими пожеланиями счастья и процветания народа Украины в грядущие годы, говорится в тексте. Президент Франции Республики Эммануэль Макрон в своем поздравлении отметил, что Франция остается рядом с Украиной для восстановления мира на востоке страны. Я приветствую вашу инициативность и решительность, направленную на быстрое получение конкретного прогресса в интересах населения, которые страдают в результате конфликта. Со своей стороны, хотел бы завершить вас в моем стремлении достичь решающих результатов на переговорах в рамках нормандских формата и в переговорах с Россией, отметил президент Франции. Я убежден, что чем быстрее Украина проведет амбициозные реформы, в частности в сфере борьбы с коррупцией, и создаст благоприятные условия для реализации своего исключительного экономического потенциала, тем быстрее в Украине. На этом у меня все. Жмите лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте про колокольчик. Услышимся, дядя Дима.